Привет всем, вы на канале Старт Тесла, с вами Виктор. Сегодня расскажу вам, как разобрать батарею с Tesla Model 3. Вот. И подскажу, как можно сделать ключик, головку под болтики, потому что тут болтики такие замудренные. Руку батареи. Смотрите, у каждого есть вот такой набор. И 100% у кого-то есть сломанные вот такие вот биты. Берете, выбиваете биту, ну, тисочки вот так вот. Сверху чем-то ударили, оно вниз выпадет. И у вас получится вот такая штукенция. Вот она. Что потом? Ну, как-то надо будет выкрутить. А, это не тот болт. Постараться выкрутить один болт. Отсюда вот. Вот этот болтик. Вы его берете один и идете к тискам. Так его ставите, чуть-чуть поджимаете, вот. Потом берете плоскогубцы, вот эту штуку. Ну, сначала не на плоскогубцах, сначала вот так на какую-то проволочку, отвертку. Ну, лучше на проволоку какую-то, кусок электрода можно. И вот эту головку берете, нагреваете до красна. Когда нагрели его до красна, вот так берете, сильно до красна, в общем. Потом быстренько вот так ставите. И сверху хороший удар. Ставите как раз на грани. Оно как раз там позволяет центр взять. Вот так ставите. И хорошенько расводите. И у вас получится форма вот этого ключа. Потом опять же, когда уже ударите разок, у вас все получится. Берете эту головку, опять нагреваете до красна. Желательно где-то, чтобы у вас была бутылка, ну, баночка с водой. И бросаете в воду, чтобы она закалилась. И вот что получается. Вот, смотрите. Раз. Самодельный за 5 минут ключ. Просто вот такую головку, шляпку болта, найти ключ, ну, сложновато. Хотя, может, ну, есть они, ну, если у вас нету безвыходное положение, можно сделать ключ. Уже разобрал этим ключом сколько батареек, работает хорошо. Так что, вот так, все, пользуйтесь.